Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Окна города» и в студии традиционно Наталья Залесская и Борис Балахонов. Ты знаешь, Наташ, чем ближе сентябрь, тем громче в моей голове звучит песня «Вот и лето прошло, словно и не бывало». В связи с этим вопрос. Запомнила ли ты это лето? Успела ли ты посетить какие-то мероприятия? И есть ли у тебя такая вот грустинка небольшая от того, что она заканчивается? Ты знаешь, от того, что лето заканчивается, всегда грустно. Да, я много всего успела увидеть. Но давай не спешим, вот не будем спешить ставить лето вот эту финальную точку, потому что лето еще не закончилось. И тем, кто не успел насладиться атмосферой праздника, у них есть еще возможность посетить очень интересное мероприятие. Короче говоря, праздник, друзья, к вам придет обязательно еще даже этим летом. Об этом мы сегодня поговорим с гостями нашего сегодняшнего эфира. Итак, у нас в гостях Климович Елена Викторовна, начальник управления культуры Гродненского облсполкома. Лев Шунова Наталья Федоровна, начальник отдела культуры Лидского райисполкома. А еще у нас в гостях начальник отдела культуры Новогрудского райисполкома Марина Константиновна Шабанович и заместитель директора музея-усадьбы Огинского Светлана Михайловна Килько. Здравствуйте вам, дорогие друзья. Прежде всего, спасибо большое, что уделили время вот в своем плотном графике. Я знаю, что у вас сейчас самая горячая пора. Вчера только отгремел фестиваль, очень крутой. Я думаю, что об этом мы поговорим чуть попозже. В целом, расскажите, пожалуйста, Елена Викторовна, как прошло это лето у вас? Ну, с точки зрения фестивального, сказать, да. Хочется сказать, вот не совсем как у меня, а как оно прошло в нашей Гродненской области, так, для наших работников культуры и для наших гостей и жителей Гродненской области. Считается тоже, можно. Оно идет ярко, запоминающе, увлекательно, потому что календарная карта наших событий, мероприятий, она настолько богата и она настолько интенсивна, что работники культуры не успевают пойти летом в отпуск, им приходится отдыхать даже, не знаю, зимой, и то тоже очень редко, потому что, начиная с июня, если мы говорим, как проходило наше лето, у нас начинаются мероприятия. Самое яркое событие этого лета – это фестиваль национальных культур, который задал вот этот вот марафон мероприятий. Это купалье, которое прошло везде, по всей области. И вот Наталья Федоровна поможет, потом и расскажет, как оно проходило в Лидском замке. Это масса мероприятий летних. Вот буквально на этих, через выходные прошел маленький праздник вокзала в Поречье, да, который стал традиционным. Мы говорим о фестивале национальных культур и о праздниках маленьких, но которые тоже большие. Значимых, конечно. Значимых. Это липнишковские сенокосы, это ивьевский помидор, это уже отгремевшая батькова булка, которая проходит вот очередной раз с Вислочи и стала брендом, и которая интересна стала всем посетителям и возрастным категориям. Все нашли там для себя замечательное занятие, потому что целый день Вислочь превратилась в такую фестивальную площадку. Гудит целый день. Вот. Поэтому буквально на этих выходных, которые прошли, прошла керамика Крева в Кревском замке. Вот. Ну и впереди август, который каждые вот выходные, буквально следующие, нужно будет выбирать, куда же поехать. В Зельву на Анинский кермаш или же в Новогрудок на рыцарский турнир, который проходит в рамках празднования замечательной юбилейной даты 980 лет Новогрудку. Или, может быть, вообще в Залесье надо поехать. Да, или нужно ехать в Залесье, потому что замечательный такой, я бы сказала, даже райский уголок нашей Беларуси с парком, с усадьбой, с отреставрированной конюшней, которая принимает уже музейное помещение гостей. Ну, кто куда, Наталья Залесская за Залесье предлагает. Я понимаю. Уже решено. Да. Все решилось. Слушайте, за меня, мероприятий как я огромное множество. Я так понимаю, что каждый может найти, в принципе, по своему вкусу вообще, что ему нравится. Да, и у нас есть праздники картошки, у нас есть, вот я уже сказала, праздник помидора, есть сенокосы, это из таких вот, которые связаны. Вот в Лидии юбилей город, вернее, праздник города тоже будет проходить с таким особым вкусом, в том числе вкусом в прямом смысле слова. Есть мероприятия, которые на традиционной культуре основаны. И вот буквально 7 сентября мы отмечаем
праздник и города Гродно как областного центра в рамках 80-летия образования Гродненской области. И одной составляющей частью уже этого праздника будет «Скарбы Гродненщины» – наш фестиваль традиционной культуры. В Гродно жители, не уезжая куда-то в населенные пункты, маленькие деревни, агрогородки, смогут познакомиться с народными обрядами, традициями в парке Жилибера в 12 часов дня. Мы всех приглашаем, уже вот заранее анонсируем. Вот, поэтому мы не останавливаемся. Я уже не возвращаюсь там к тем зимним праздникам, но 28 сентября мосты ждут нас дожинками. Наш просто такой замечательный фестиваль тружеников села. И мосты – это город, где проходили вторые республиканские дожинки в 1997 году, где был глава нашего государства. Готовят много новинок, программа замечательная, увлекательная. 14 сентября мы ждем Воронова на карнавале веселости, фестиваль игровых вот таких каких-то моментов тоже. То есть погородный кирмаш у нас в сентябре. То есть и это можно говорить бесконечно. Мы всех приглашаем на сайт Управления культуры. У нас есть там карта брендовых мероприятий, календарь брендовых мероприятий. Ну, это очень важно, потому что таким обилием всех мероприятий можно реально потеряться, не найти что-то такое. Но и есть сейчас возможность рассказать, почему именно на ваши мероприятия должны прийти к нам люди. Я, собственно, предлагаю Наталье Федоровне с вами пообщаться. Ну, давайте пока расскажем про то, как проходило купалье в Лидском замке. Я просто уже тут анонсировали. Да, начнем с того, что было, а потом уже перейдем к тому, что еще будет. Ну да, если говорить про купалье, это у нас уже традиционный праздник. Оно проходит всегда у нас именно в день. Купальскую ночь мы встречаем со всеми литчанами, со всеми гостями. В этот день к нам приезжает очень много сторонних уже туристов. Туристические группы однозначно приезжают с утра, чтобы посетить Лидский замок, потому что само мероприятие так и называется – «Купальская ночь у Лидским замку». Ну и хочу отметить, что перед самим мероприятием у нас очень идет серьезная подготовка. Это и подготовка костра. Это традиционный как бы такой элемент. А мы знаем, что это время занимает очень много. Да, это традиционный элемент. Традиционные коллективы приезжают наши и гости на наше мероприятие. Конечно, это сам обряд. Это пускание венков. Это катание на лодках. Это и красивые фотозоны. Это наши коллективы, которые поют о нашей Беларуси, которые однозначно говорят о том, что это хороший праздник, он притягивает зрителя. Ну и, конечно, мы уже уходим потом в Лидский замок. В Лидском замке у нас проходит красивая, яркая дискотека для молодежи. Но в этом году у нас была не только молодежь, у нас был и посетитель 40+, 50+. Поэтому сама по себе дискотека тоже привлекает. Во время дискотеки мы разыгрываем различные подарки. У нас проходят конкурсы. Мы тоже во время дискотеки вспоминаем нашу купальскую ночь. Обряды купалья однозначно проходят. Ну и прыгание через костер. Это вообще, ну, на мой взгляд, это очень как интересно. Как раз, когда он уже догорает, мы когда уже к вечеру. Догорает, да. Да. Отлично. То есть получается такая смесь, условно говоря, традиционного современности и вот именно с теми традициями, которые мы делали. Вот наши бабушки, дедушки, которые вот кто как праздновал в то время. Ну, очень важно, наверное, что наш объект историко-культурного наследия, да, вот они интересны, они создают атмосферу такую особую, да, поэтому вот или замок, казалось бы, замок и купали абсолютно разные, да? А с другой стороны, вот эта атмосфера, она все равно, ну, позволяет. С другой стороны, почему нет? Почему нет? Потому что водная гладь рядом с замком есть. И Августовский канал, опять же, историко-культурная ценность, которая, опять же, в 2004 году, когда был принят указ президента о том, что провести реконструкцию этого объекта, в 2005 году, когда началась вот реконструкция, молодежная, кстати, была стройка, тоже надо отметить. Вот. И сегодня мы уже вот как раз отметили 20 лет строительства Августовского, реконструкции Августовского канала, и мероприятия там тоже целое лето проходят, и вот совсем недавно прошел праздник моря. Замечательное мероприятие тоже на Августовском канале, и тоже купалье, тоже там очень интересно проходит. А если обратиться к тому, что будет, например, в Лиде, давайте поговорим. Праздник города ты имеешь в виду? Да. Начнем вот с того, когда нам ждать. Когда нам ждать 31 августа так. Лида приглашает и личан, и гостей, безусловно, иностранных зрителей, наших посетителей в наш город. 31 августа в 10 часов Лидский замок открывает свои двери. И первая программа, которая пройдет, это день
День средневековья в Лидском замке. Далее у нас будет работать очень много насыщенных площадок. Это и площадки туристические. Мы собираем весь турбизнес, который работает, и агроусадьбы в Лидском районе. Это и площадки медицинские, потому что вы все знаете, что у нас есть санаторий «Радуга», который тоже предоставляет свои услуги. Это и музыкальные площадки. Это площадки учреждений общего среднего образования и дополнительного образования. Это площадки банков наших. Они заявились практически все и везут с собой интеллект, искусственный интеллект, который будет общаться с нашими посетителями. Это площадки наших учреждений, школ искусств. Конечно, наши коллективы, Лида славится тоже и коллективами со званием «Народные образцовые», поэтому практически большая часть участников любительских коллективов примет участие. Будет играть на Замковой улице в качестве уличных музыкантов, на площадке у Дворца культуры. И очень пройдет у нас вкусное мероприятие, это наш гастрофестиваль «Харчфест», в котором примут участие 6 предприятий пищевиков Лидского района. Ну, впервые. Гвоздь программы. И гвоздь программы у нас. Жареные гвозди, да? Бузова. Ольга Бузова. Ольга Бузова. Да вы что? Слушайте, ну я смотрю, что вообще Стас Михайлов, Ольга Бузова, прям это, мне кажется, уже скоро получат гродненскую прописку они все, все гости. Хорошо, ну про вот этих вот гостей из России мы проговорим чуть попозже, я надеюсь, это не единственные гости, которые нас посетят. Да. Расскажите, пожалуйста, вот Харчфест, он впервые проходит, либо он уже какой-то преемник другого фестиваля? Нет, это не преемник. В прошлом году мы к 700-летию праздника города Лиды отмечали большой такой крупной датой, и председателем нашего Лидского районного исполнительного комитета Сергеем Васильевичем Ложечником нам было поручено объединить пищевые предприятия. Да. Конечно, мы пытались объединить сразу два, потом у нас просто были звонки, а почему не мы? Вот в прошлом году у нас мы как бы как-то стартанули, и неплохо получилось. То есть идея была продемонстрировать все эти предприятия, пищевые, показать, что они производят какую-то продукцию, может быть, как-то продемонстрировать широкий спектр того, что они производят. А дегустация вообще была? Дегустация была. В этом году расширяется зона дегустации у нас. Каждое предприятие под своим шатром будет дегустировать, проводить анимационные программы. Помимо того, еще наши посетители будут проходить квесты всевозможные. В прошлом году мы выкладывали очень красивую картину из лидских макарон. Так. Разрисовывали пряники. Это как картина по номерам, только из макарон, да, плюс-минус. Да. На молочно-консервном комбинате пытались даже такую условную корову доить. Угу, условно. Прекрасное мне молочко нравится. Шло. Да. Угу. Но в этом году еще будет одна фишка для нашего города. Это розыгрыш 7 телевизоров. Ох, как. То есть на каждой площадке предприятия будет разыгран телевизор. А 7-й телевизор, 6 предприятий, которые у нас участвуют, а 7-й телевизор будет разыгран на главной сцене. Угу. Вот, поэтому... Слушайте, ну, отлично, можно уйти не с пустыми руками, не только с продукцией, которая производит в Лидском районе, но еще и вот с вещами, это очень даже интересно. Давайте тогда обратимся к фестивалям, которые чуть ближе, вот это ближайшие выходные, которые будут 24 и 25. Давайте начнем с 24-го. Что будет в Залесье? Фестиваль Георгины ко дню рождения Михаила Клеофаса Агинского. Этот фестиваль у нас уже будет проходить 6-й раз. Первый был проведен в 2018 году. Этот фестиваль, ну, наверное, у каждого, кто еще даже слышал, не слышал, возникнет вопрос, а почему именно Георгин? Да, действительно. Да, вот почему? Не роза, не пионы, не ромашки, да, не хризантемы, а потому что это были самые любимые цветы Михаила Клеофаса Агинского. Когда он в те времена жил в Залесье, именно их росло около 60 видов. Ну, согласитесь, это очень много. А вот сейчас у нас также растут георгины. То есть вы пытаетесь возобновить традиции Михаила Клеофаса, да, и решили проводить такой фестиваль. Поэтому этот фестиваль в этом году у нас пройдет 24-го в 17:00, и он у нас будет проходить, из трех отделений будет состоять. Так как мы празднуем день рождения Агинского 25 сентября, и мы обычно проводим к этому празднику бал, да, костюмированный бал. Но в этом году исполняется нам 10 лет нашему музею, как мы открылись. Поэтому у нас будет большое другое мероприятие. И бал мы немножечко отнесли к фестивалю.
И вот фестиваль у нас будет проходить из трех отделений. То есть первое отделение это будет посвящено абсолютно цветам. Мы будем сотрудничать с школой «Роза Азора» из города Минска. Они собирают флористов, и они у нас будут делать букеты, цветочное платье и украшать нашу территорию, всю нашу усадьбу, входные зоны, нашу беседку в греческом стиле, китайскую беседку. И эти все наши как бы усадьба получится будет украшена цветами. Ну, конечно же, большое количество будет георгин. Вот. Но будут и розы, и хризантемы, и различные другие цветы. Это будет первая часть, и в этой первой части мы будем делать дефиле и шоу этих букетов и платьев из цветов. Вот. А может быть, можно будет купить, там, не знаю, семена георгина, возможно, кто-то захочет, знаешь, ну, посмотрел на эту красоту и такой, а почему у меня я не растет? Я себе хочу такие абсолютно. На даче. Хочу, чтобы моя беседка тоже была вот в этих цветах. Ну, вы знаете, мы выращиваем цветы, у нас, правда, не 60 видов, но около 30. Есть куда расти, я так понимаю, да? Да, да. В прямом и переносном смысле. Мы каждый год стараемся, да, приобретать новые семена, сорта. И что, какая у нас практика есть, мы меняемся с нашими туристами и посетителями, то есть мы им даем свои растения, эти сорта, да, а они нам свои. И поэтому у нас с каждым годом все появляется больше сортов. А вот, поэтому можете к нам обратиться, мы вам тоже можем подарить. Но только взамен, я понял. Да. Если у тебя есть что-то вдруг свое, ну вот можешь приехать. Надо поискать. Да, обязательно, да. Обязательно. А вот, получится, это у нас первая часть отделения, а вторая часть мы сделали бальную. Угу. Будем танцевать бальные танцы, это полонезы, мазурки, гроссфатер, вальсы, и особенно вальсы будут с цветов. Угу. Вот. Но под живую музыку или под как? Под живую музыку, отлично. Да, у нас оркестр из нашей музыкальной сморгонской школы есть, которые приезжают, и нам они всегда играют, да. Ну, я думаю, по результатам фестиваля, я думаю, тоже есть смысл пригласить сразу, чтобы вы потом рассказали. Мы вот с удовольствием посмотрим, как это все я происходило. Я думаю, что еще лучше, наверное, было бы поехать и посмотреть. Наталья, ни в чем себе не отказывай. Вы обещали к нам приехать на бал. Да, мы обещали. Уже фестиваль, второе мероприятие. И третья часть, это мы пригласили артистов из Большого театра балета, ой, Большого театра Беларуси. Ну, кто, возможно, балет тоже там есть. Ансамбль «Амадис Брас», да, очень замечательный. Известный ансамбль. И вот третья часть, они нам будут играть. То есть наши гости могут и танцевать, слушать, наслаждаться музыкой. А какие-то мастер-классы будут? Будут вот мастер-классы, да, именно по изготовлению букетов, цветочных платьев. Все это наши гости будут смотреть, конечно, будет, да. И, может, по танцам тоже покажут? Конечно. Вот, будут танцмейстеры у нас, которые будут обучать этим танцам. Это я к тому, что, возможно, все получается, Наталья стесняется из-за того, что она, может быть, не репетировала давно. Возможно, давно, я не знаю. Давно, да. Не, ну, мы когда раньше проводили балы, мы всегда заранее проводили мастер-классы по танцам. Да, приезжали гости, которые уже забронировали билеты, и обучали их танцам. Но потом мы посмотрели, что этого не стоит делать. У нас танцмейстеры замечательные, и все у наших гостей получается. На ходу прям. На ходу, да. Слушай, вот по поводу получается, мне кажется, есть смысл посмотреть сюжет о том, как получилось буквально не так давно в других районах. Да, в частности, в Ивье. Абсолютно. Как у них получилось сделать праздник помидоров. Поэтому, друзья, смотрим. По центральной улице Ивья со всеми почестями шествуют сеньор Помидор и Помидоренко. Главные герои самого вкусного фестиваля области возглавили колонну яркого театрализованного шествия, которое и дало старт гуляниям с небывалым размахом. Очень много гостей приехало. Россия, Полоцк, Новогрудок. Браслав, в Польше были гости. Очень много гостей. Посмотрите, сколько множество у нас сегодня гостей. Будем через целый день и до утра сегодня веселиться, гулять. Набережная, где проходят массовые гуляния, встречают многоголосием и помидорными подворьями. Здесь все связано с томатами. Тематические выставки, задорные конкурсы, вкусные дегустации. Все, что так любят гости праздника. Это мы приехали из города Азнакаево, Республика Татарстан, город-побратим Азнакаево. Прекрасное настроение, хорошая погода, солнечная погода, у всех все приветливые. Мы здесь уже встречаем знакомых, обнимаемся. Вот здесь уже Ивен для нас уже как родной город. С огромным, вот мы 2 года не приезжали, соскучились. Я очень люблю Россию и свой Татарстан, ну а
обожаю Белоруссию и Иви. Тут очень хорошие, доброжелательные люди. У нас в Татарстане есть праздник такой же, национальный, Сабантуй. Он называется, это праздник плуга. А здесь праздник урожая, я так понимаю. Сама фактура праздника, помидор, когда мы сюда летели в гости, честно говоря, была необычная. Начали выяснять историю праздника, поняли, что в городе Иви распространена выращивание помидора, и, видимо, отсюда пошла традиция. Но я, честно говоря, даже не представлял, как этот праздник будет происходить. Он зацепил радостью людей, каким-то вот единением. Первая традиция брендового фестиваля – огромный бутерброд с помидорами. В этом году ивевские умельцы установили новый рекорд и приготовили бутерброд длиной 8 метров 1 сантиметр. В прошлом году он был на 21 сантиметр короче. Рецепт простой, но необычайно вкусный. Хлеб, зелень, мягкий сыр, помидор и секретный острый соус. Очень вкусный, очень. Свеженькое все вкусное, молодцы. Девушки, молодцы, хозяйки хорошие. Помидоры свежие, очень вкусные. Мне нравится. Бесподобно. Очень вкусный ивевский помидор. Мы очень рады, что у нас такой праздник проходит. Соревнования на самый тяжеловесный помидор по традиции были и в этот раз. Вот этого гиганта есть можно, наверное, неделю. Полуторакилограммовый красавец, а еще участник конкурса «Сеньор помидор» – большое достижение и большая работа татарки Айши Сафаревич. В теплицах, а они у нее занимают 5 соток, хозяйка дни напролет. И так уже 15 лет. Татары считаются огородники, конечно. Уже 630 лет живем тут в Беларуси, поэтому огородами занимаемся. Все время выращиваю свои семена. Очень мясистые, как арбуз внутри. Слава о произведении огородного искусства Айши Сафаревич долетела даже до Москвы. Уже решено, что гигантский помидор с ивевской земли станет участником космического проекта, и его семена отправят на МКС. У Виктора есть идея вывести сорт космический, ивевский помидор. У него есть возможность 20 грамм семян отправить в космос. И представляете, как это будет? Вот, видите, отправили рис, а сейчас все... 20 грамм семян – это большое количество. Да, большое количество. И вот, Айшечка, вы, как победители этого и прошлого года, должны решить, какие семена Виктор Станиславович будет отправлять в космос. МКС летает в космосе. Там есть космическое облучение, облучение со стороны Солнца, и количество этого облучения в 200 с лишним раз больше, чем на Земле. А когда семена получают дозу, то могут быть мутации, которые мы с вами не можем прогнозировать даже, понимаете? И с этого помидора может быть в 2 раза больше будет, а может быть и меньше, но неважно. Но просто если какой-то мы запустим какой-то определенный сорт, то мы дадим сертификат, что именно эти семена этого сорта, и они будут продолжаться. То есть вот вы приходите здесь, покупаете помидоры, да, а рядом стоит Айша и продает ивевский космический. Иви по праву считается томатной столицей Гродненской области, да и страны. Почти в каждом дворе тут можно увидеть огромное, растянувшееся на десятки метров теплицы. Ежегодно местные аграрии отправляют во все регионы Беларуси тысячи тонн этих овощей. Урожая хватает и чтоб в Россию экспортировать. Одна семья у нас выращивает порядка 20 тысяч кустов помидоров. На одном кусте помидора опытным путем взвешивали около 4 килограммов помидор. Поэтому, представляете, одна семья у нас обеспечивает 80 тонн помидоров в год. Помидоры поставляются полностью на рынки нашей страны. И не только на нашу страну. Много помидоров уезжает в Россию. Но у нас в России есть города-побратимы, которые тоже занимаются производством помидор. Что самое интересное, это город Сызрань и город Минусинск Красноярского края, где тоже есть праздник помидора. Поэтому мы с ними плотно взаимодействуем. Помидор – символ и бренд ивевщины. Сложно посчитать, сколько жителей района занимается выращиванием этих овощей. По самым скромным подсчетам, это около 2000 семей. Секрет богатого урожая, которому даже в аграрных вузах не научат, передают из поколения в поколение. А вот разнообразием сортов и качеством томатов готовы поделиться. Красный барабина, малиновые, макан, бронзов, клеон желтые, теплицами занимаемся, с апреля месяца уже высаживаем. Теплицы 2, 10 ширины и 30 длины. Надо и полить, и ополоть, и все надо.
Самая зрелищная часть праздника, которую все ждали – битва помидорами. Несколько команд азартно расстреливают друг друга мягкими спелыми плодами. Получилось вкусно, красно и азартно. Эмоции супер. Конечно, немножко прилетело, но я думаю, я попал тоже не хуже. Как такое пропустить? Только раз в году так можно. Обычно помидоры только едим. Это шикарно было. Я в таком никогда не участвовал, но это великолепное мероприятие. Это вот. Программа уникального овощного фестиваля была насыщенной и необычной. На глазах у сотен присутствующих закатывалась символическая банка нового урожая. Был определен и победитель конкурса на лучший тематический костюм «Черри-2024». Поднимали градус настроения, музыкальное выступление и красочное дефиле. Мероприятия брендового праздника «Ивиевский помидор», которые сменяли друг друга до позднего вечера, собрали в томатной столице Гродненщины более 4000 гостей. Для городка с населением 8000 – это новый фестивальный рекорд. У нас большая компания, сколько? 11 мотоциклов, с Беларуси. Просто мы… С Минска, мы из Минска. Бреста, Минск, Литвы, Брест, Береза. Литва. То есть у нас компания… Многонациональная. Проезжали мимо, увидели такой праздник. Конечно, весело, конечно, хорошо, люди отдыхают. Эмоции переполняют. Праздник великолепный, замечательный, самый лучший. Праздник помидора лучше, чем Новый год. Мы чистые ивиевчане, здесь родились, здесь проживаем. Праздники помидора встречаем ежегодно. Очень нравится, это моя внучечка. Она у меня красавица, зовут Миланка. Мы любим свой город и свой район. Фирменный гастрофест «Ивиевский помидор» подарил яркие краски августовскому дню. Великолепный праздник – заслуга белорусов, которые влюблены в родной город, страну и любимое дело. Аналогичные фестивали, посвященные помидорам, существуют и в России. В будущем, как поделились гости и участники, такие томатные праздники хотелось бы проводить совместно. А мы возвращаемся в студию программы «Окна города» и продолжаем нашу беседу. Может быть, там, где мы прервались? Да, давай. Угу. Может быть, продолжим тогда разговор про фестивали, которые будут в Залесье. Вот мы поговорили про ближайший, но вы сказали, что есть еще какое-то мероприятие, которое юбилейное. Будет в сентябре. Да, 25 сентября, день рождения Михаила Клеофаса, и мы каждый год празднуем это мероприятие камерной музыки. Приглашаем коллективы. Угу. В этом году мы планируем пригласить коллективы, кто связан с именем Агинского. А вот наша музыкальная школа имени Агинского, да, угу. То есть вот пригласим их, чтобы выступили. В Молодечной есть колледж музыкальный имени Михаила Клеофаса Агинского. Также у нас в Сморгоне есть хор имени Агинского. И мы постараемся пригласить все эти коллективы. Мы надеемся, что у всех получится, и сделать такую программу. Ну и, конечно же, будет, раскрывать я не буду, а самое начало этого мероприятия мы планируем очень интересное, театрализацию такую сделать именно ко дню рождения. Реконструкцию такую, ну, немножечко, можно сказать. Да, да. Но скажите, у вас в этом году юбилей музея, как я понимаю. Да, 10 лет. Мы 25 сентября 2014 года у нас было открытие, торжественное открытие нашего музея. А уже 25 сентября 2015 года состоялось торжественное открытие нашей музейной экспозиции. Изменился ли музей за 10 лет, раз уже? Конечно, он каждый год, даже может каждый месяц у нас меняется. У нас появляются новые музейные экспонаты. Потому что, как вы знаете, 19 век, и все экспонаты такие очень ценные, поэтому их часто не приобретешь, но мы стараемся. У нас есть и спонсоры, и мы сами покупаем и за бюджетные деньги, и за свои, за внебюджетку мы также приобретаем эти музейные экспонаты, поэтому у нас появляется очень много различных мероприятий, появляется. Проводим концерты классической музыки. Также, как уже Елена Викторовна говорила, что в этом году мы на Ночь музеев, это международный день, да,
акция такая проходит, мы открыли конюшню. Это наш объект еще, вот такой очень важный для нашей усадьбы был, потому что у нас есть лошади, пони есть, вот также есть карета, сани, вагонеты. Нам было очень, ну как бы очень хотелось открыть этот объект и завершить, поэтому мы его уже открыли. Принимаем посетителей, туристы очень интересуются, потому что многие не только из деревень, да, многие приезжают из городов, и они просто удивлены, что вот именно того времени воссоздали мы конюшню. Ну, еще, наверное, очень важно сказать, что вот мы говорим про памятники, да, и те, которые становятся площадками, интересными площадками, музейными экспозициями. Лидский замок – это не просто площадка, это еще и музей. Вот про Залесье мне хочется добавить, что реконструкция комплекса проходила также в том числе за счет средств, выделенных из фонда президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Это тоже очень важно, потому что у нас такие объекты, как Кревский замок, Гальшанский замок, также вот восстанавливались за счет средств из фонда президента по поддержке культуры и искусства. То есть это сегодня, наверное, тоже приятно отмечать, потому что этот год, он такой для нас тоже юбилейный, для всей республики. У нас 30 лет института президентства Республики Беларусь. Да? И вот когда мы говорим о культуре, культура – это хорошо, конечно, песни, но песни хорошо петь в костюмах. Да? Выступать хорошо, например, на сцене Гродненской областной филармонии, когда оборудование хорошее. Да? Вот и, опять же, площадки, которые восстановлены, это все сделано благодаря поддержке государства. Это, наверное, очень важно сегодня об этом тоже вспомнить и никогда не забывать. Да, и наши туристы из Беларуси, они просто на самом деле приезжают и гордятся. И все говорят, как это, да, ну, всегда интересуются, за какой счет восстановлены эти объекты, потому что на самом деле денег, сил, всего вложено очень много. Ну, тут главное, да, это все в совокупности соединить. Не то, что деньгами там закидать, но это еще же его работа людей, которые разбираются, это все работа организаторов, да, проекты. Это огромный труд. Если ты видел музей до того, как его начали восстанавливать, ты бы понял, вот на самом деле, насколько огромный объем работы был проделан. Ну, насколько я видел, там не было вообще ничего. От здания с забитым деревом. Я, проезжая, я видел, ну, буквально мельком, и мне только потом сказали, а вот это ты видел, это дворец Огинского. Я такой, а это понятно, спасибо. Ну, конечно, работа была проделана огромная, это видно сразу, это безусловно. Но даже... мне очень нравится у вас вот этот зимний сад. Это, конечно, что-то невероятное, очень красиво. Да, и мы тоже ее пополняем экзотическими деревьями. У нас есть и апельсины, и лимоны, ананасы, гранатовое дерево, инжирное и кофейные деревья. Поэтому приезжайте, угостим кофе. Не обязательно зимой, да? Круассанами знаменитыми. Супер. А до конца года что-нибудь еще будет у вас? Будет у нас, ну, такие мероприятия небольшие. Самые вот это брендовые наши мероприятия. Это фестиваль, балы и возвращение северных Афин, вот этот праздник. А будут такие гостиные различные. То есть, ну, то есть можно случае... следить тоже за новостями? Да, у нас каждый месяц много очень, да, различных мероприятий. Что-то происходит. Давайте тогда территориально не будем далеко отходить. Елена Викторовна, может быть, тогда что вообще в Сморгонском районе проходит? Тем более, что керамика Крева – это тоже такое очень известное мероприятие, которое вот-вот... Да, это очень известное мероприятие, потому что там на самом деле традиционно изготавливалась керамика. Приезжают очень много и керамистов, и в то же время замок – это, опять же, площадка. И если мы сегодня говорим о востребованности, ну, а давай-ка мы съездим на выходные на такой-то праздник. Это одно. А давай-ка мы съездим на выходные на такой-то праздник, но билет стоит, например, столько-то. Да? И поехать на платное мероприятие, когда выбор падает, поехать на платное мероприятие, за которое нужно заплатить деньги, это говорит о том, что мероприятие проходит качественно. Вот керамика Крева, которая проходит как раз на территории замка, это платное мероприятие. То есть мы его не просто проводим, мы на нем еще и зарабатываем. Ну, не знаю, насколько сильно много зарабатываем, по крайней мере, купаем все расходы, которые необходимо, вложить организатору, потому что это в любом случае расходы для организации праздника. Поэтому керамика Крева – это и выставка, это и концертная программа. Вот он буквально тоже прошел на выходных. Это и рыцарские какие-то выступления, потому что замковую культуру тоже никто не отменял. Это история нашей Беларуси. Ну, это логично. История, возле замка нужны рыцари. Родинщины. Я согласен. Вот. Одно без другого не смотрится. И вот сегодня замок восстановлен.
установлен, опять же, я повторюсь, за счет бюджетных средств, в том числе за счет средств из фонда президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Сегодня там проводятся археологические исследования, еще находятся вот новые остатки башни, вроде бы, как фрагмент, который будет законсервирован, и как археологическое окно представлен туристам в будущем, которые будут замок посещать. Вот. И это, безусловно, команда. Если мы говорим про Сморгонь, то я думаю, что все помнят еще вот эти замечательных, кто у кого не было возможности посетить. Это 110 лет начала Первой мировой войны, да, который вот открыт мемориальный комплекс был уже официально полностью сделан и создан. И буквально в начале августа прошли большие мероприятия тоже с реконструкцией уже другой. Это реконструкция событий Первой мировой войны. Это женский батальон Бочкаревой, истории вписанной страницы. Это огромный город с 16-тысячным населением, который остался, возвратилось около 200 человек только после вот этого противостояния в Сморгоне. То есть праздники наши, они имеют разные направления, они имеют и историческую канву. Это очень важно для того, чтобы мы не забывали. Они поддерживают традиционную культуру, наши носители наших обрядов, которые внесены в государственный список историко-культурных ценностей, они присутствуют на наших праздниках, безусловно, с мастер-классами, с выставками. Вот если мы говорим про батькову булку, то тоже был, кроме, безусловно, батьковой булки, посетители фестиваля смогли увидеть наше нематериальное наследие. Слонимский каравай, Волковысский каравай, которые есть. К нам приехали с Минской области представители, которые тоже показали традиции выпечки хлеба на Беларуси. Только уже не только Гродненский регион, но и в целом Беларуси. А как, насколько это большой вот фестиваль батькова булка? Насколько он поглощает все регионы нашей области. Насколько он масштабный и вообще, чем он привлекает зрителя? Батькова булка, ну, уже можно приехать будет только в следующем году, кто-то уже упустил, наверное, свой шанс, а тот, кто смог посетить, чем он привлекает? Привлекает тем, что, повторюсь, разные возраста. Это и батькова миля, где можно посоревноваться в переносе мешков каких-то предметов, то есть пройти такую эстафету, которая связана с хлебом, сельскохозяйственными какими-то моментами. Я думаю, вот. Мешок на плечи, да? Да, это и батьковщина, это выставка работ всех областей Белкопсоюза, принимают участие, которые представили в этом году тема 30-летия Института президентства Республики Беларусь. Это не просто тема, это 30 лет наших достижений. Это когда памятники архитектуры, другие какие-то объекты вот воплощены в тесте. И не просто в тесте, а в это произведение искусства. Даже жалко есть, да? Мы ели и плакали. Это не ели. Это осталось вот таким выставочным объектом. Да. В этом году проведен конкурс профессиональных пекарей, да, среди предприятий Республики Беларусь, то есть всех областей. То есть мы вышли за рамки области, мы объединили на это праздник хлеба, это праздник Родины, это праздник мамы, да, потому что мы говорим «Матулины руки», «Батькова булка». Если мы вспомним, как начинался этот праздник, да, то есть он начался с посещения главы государства Свислочской хлебопекарни, где работали просто женщины, которые просто любили свою работу и были готовы вот в буквально внезапно рассказать о том, как они пекут хлеб. И сказали, что хлеб это называется батькова булка. То есть он так назывался, и от названия хлеба сегодня получился такой замечательный праздник хлеба, хлебопекарей. То есть мы уже говорим, вот там про историю говорили, да, а здесь праздник хлебопекарей. И к этому празднику мы собрали песни о хлебе, мы собрали тему «Хлеб – это надо посеять, надо вырастить, это соломка». Она находит отражение потом в изделиях народных мастеров. Вот, к вопросу, чем интересен и почему едут. Повторюсь, многообразием. Там можно было принять участие в мастер-классах по выпечке хлеба, по выпечке каких-то хлебных изделий в тандыре. Там можно было увидеть работы не только профессиональных хлебопекарей, но и учащихся СУЗов, которые специализируются на этом, тоже представили свои работы. Это конкурсная программа для детей. Это молодежная программа была для молодежи уже после вечернего концерта. Ну, я думаю, что про батькову булку можно много говорить, но лучше один раз посмотреть. Да, Тем более, что у нас есть сюжет. Внимание на экран. Смотрим. А тут, а тут, а тут, а тут, а
Роскошные караваи весом более 10 килограммов, рекордная 5-метровая плетенка, хлеб из космоса и блокадного Ленинграда. Все это и многое другое смогли не только увидеть, но и попробовать жители и гости Свислочи во время главного хлебного фестиваля страны. В этом году каравай-фест «Батькова булка» посвящен 30-летию Института президентства в Беларуси и 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Это свято и растет, и меняется. С первого фестиваля у каравай-фест «Батькова булка» одразу закликая гостей до себе так широко и много. С первого фестиваля до нас проезжали гости из Гомеля, из Витебска, из Минска и навод Российской Федерации. Этот фестиваль не стал выключением. И в этом году, до речи, фестиваль вырос до великого хлебного фестиваля. У першиню в этом году прошел республиканский конкурс хлебопекаров. Это профессийный конкурс на знак якости. Идея фестиваля родилась после посещения президентом местной пекарни в июне 2021 года. Александр Лукашенко высоко оценил вкус свислочского хлеба, особенно сдобной плетенки, которая вскоре получила название «Батькова булка». Также назвали и фестиваль. За 3 года он уже стал брендовым на Гродненщине. Оно значимо тем, что оно противопоставляется всему тому разрушительному, что в мире происходит. Сегодня идет разрушение каких-то моральных, христианских ценностей. Да? А вот этот праздник, он создан вокруг созидания. Он направлен на созидание. Он создан для человека и во имя человека труда. Я, честно говоря, поражен креативом, вот, который я видел. Я многое, в принципе, на своем жизненном пути встречал. И в прошлом году, мне кажется, что достойнейшие очень работы были. Но то, что сотворили сегодня, это просто какой-то космос, какие-то шедевры такие невообразимые. «Батькова булка» – это отдельное мероприятие, которое я очень-очень сильно люблю и с большим удовольствием преодолеваю километры, чтобы приехать на эту встречу, чтобы подержать в руках эту замечательную булочку, видеть глаза и руки людей, которые ее изготовили, и поклониться хлеборобам, которые вот сейчас, в это время, тоже собирают урожай, и неплохой урожай Гродненской области. Это замечательное мероприятие, это большое счастье. Я буду приезжать сюда вновь и вновь. Среди хлебных шедевров, как элементы нематериально-культурного наследия страны, например, порозовская банкуха, малорицкий гречаный хлеб, традиционный свадебный волковыский каравай, так и потрясающая красотой современные изделия мастериц. Вот якости, вот я привезла свое наглядное пособие, то, что мои караваи все из своих домашних натуральных продуктов, так как у нас своя коровка на домашней маслице, на домашнем молочке, на своей пшеничке. По качеству это лучший каравай. На протяжении всего дня в самом хлебном городе Беларуси работали площадки с мастер-классами, где можно было и выпечь ту самую батькову булку, и смолоть на жерновах для нее муку, а также попробовать свои силы в колке дров и распилке бревен. Уважение к хлебу, мирному труду, традициям в крови каждого белоруса. Поэтому неудивительно, что молодой фестиваль, аналогов которому нет нигде в мире, уже успел завоевать народную любовь. Это мой родный край, іншыя шукай дарма, это мой родный край, льецца ў сіні бясконцы шэпча прыемна гай, песню кожнае аконца, это мой родный край, дзе б не мандравала, вярнуся заўжды, любы родный край, край малады, тут зямля мая, дзе з маленства я. Мой притулок назаўжды. А мы возвращаемся в студию программы «Окна города» и продолжаем нашу беседу. Так, Елена Викторовна, может быть, вам есть что добавить про сам фестиваль «Батькова булка»? Ну, наверное, очень таким важным, вот таким площадкой фестивальной, да, очень полюбившейся посетителям, такая, мы говорим, соломенная зона, там такой соломенный городок, который с первого дня фестиваля, нам сложно было с безопасностью, потому что солома должна быть обработана, потому что большое количество людей приходит, но в этом году там был представлен Матулин каравай, он у нас уже традиционно второй год,
Это конкурсные работы непрофессиональных хозяек. Все, кто хотел, они заявились и представили свои работы на этой выставке. Вот про это, наверное, тоже очень важно сказать. Ну и еще, наверное, важно сказать, что, ну да, хлеба и зрелищ это хорошо, это понятно, это очень давняя история, уже более тысячелетняя, да. Но еще таким моментом, спортивный момент, да, вот он добавился в этот фестиваль, и когда команда председателя облсполкома напротив команды председателя райисполкома, то болеет не только вся Свислочь, но и вся область. Так, конечно, супер. За каждую команду. А вот соревнования хозяек, в чем они соревновались, если не секрет? Это выпечка «Каравая». То есть, когда мы говорим профессиональные пекари... То есть, мы говорим про то, что не только профессиональные пекари, но и просто мастерить была со всей Республики Беларусь к нам приехали хозяйки, которые привезли свой каравай. Это тоже произведение искусства. Это тоже вот нужно видеть, поэтому нужно приезжать. Ну, у каждого свой рецепт, у каждой наверняка свои какие-то технологии. А дегустация какая-то была? Тебе лишь были дегустации. Да, дегустация, безусловно, была. Это дегустация батьковой булки. Это самая длинная батькова булка. Смогли попробовать участники фестиваля. Это дегустация работ и наших СУЗов, учащиеся. Они представляли свои рецепты, свои произведения, и можно в это все было дегустировать. Вот. Ну и, безусловно, то, что было на мастер-классах, выпекалось тут же, замешивалось тесто, тут же выпекалось. Это все можно было пробовать, забирать с собой тому, кто это делал. Отлично. Слушай, мне кажется, это... Ну, вот все, кто пропустили по какой-то причине, я думаю, что сейчас кусают не булку, а локти. Да, и думают... А могли бы булку, да. Ну, которая... И еще, наверное, вот важный момент. В этом году мы добавили. Традиционным уже стало на батьковой булке то, что мы выкладываем карту Беларуси из батьковых булочек. Угу. Так вот, в этом году в эту карту Беларуси мы добавили хлеб национальностей, да? То есть традиционный хлеб национальностей, который заложили туда и поляки, которые живут в Беларуси, и русские, которые живут в Беларуси, и украинцы, которые живут в Беларуси, другие представители национальности, у нас появилась эта идея вот после фестиваля национальных культур. Потому что Беларусь... Да? Беларусь – это общий дом, да? И батькова булка, она вот такая в разных видах. Она бывает разная. Она в разных видах, да. Так. Потому что если эти люди выбрали Беларусь местом своей второй родины, значит, у нас очень хорошая страна. Так, супер, отлично. А можно было, например, какие-то изделия нетрадиционные для Беларуси, не булка, например, шоти, а лаваш? Шоти, например. Либо вот шоти. Ну, в тандыре выпекание, ну, не совсем же булочки, правда? Это такое вот уже плоское, скажем, изделие, которое можно испечь. То есть вот уже немножечко мы отошли от нашей традиционной печи. Да. Так. Это ну, вот с уклоном как раз в то, что в Беларуси живет очень много национальностей. Да, и у нас нравится им жить. Слушай, если честно, тандыр я ни разу не слышал, наверное, до этого августа. За этот август я уже третий раз слышу про этот тандыр. Мне надо уже попробовать. Как делать, потому что, ну, это уже как-то... Просто у меня преследует этот тандыр в разных местах. Значит, это надо. Это знак, надо уже идти. Давайте тогда уже посмотрим, что в Лиде происходит. В Новогрудке. В Новогрудке. В Лиде мы уже рассмотрели. В Новогрудке самое время. Рассказывайте, что у вас происходит, происходило и будет происходить. Ну, Новогрудок достаточно старинный, исторический, интересный город. Он буквально каждый метр нашего города, каждое здание, оно пропитано духом истории. И все, кто попадают в наш город, замечают и отмечают особую ауру. В Новогрудке проходит много интересных мероприятий. Один из таких привлекательных мероприятий – это фестиваль памяти Владимира Высоцкого, потому что не каждый город Беларуси может говорить о том, что... Не может похвастаться тем, что там был Высоцкий. Да, что там был Высоцкий. Кроме того, он был у нас вместе с Мариной Влади. И в 1969 году, когда на территории нашего района в окрестностях озера Литовка снимал фильм «Виктор Туров. Сыновья уходят в бой». Там как раз и пребывал Владимир Высоцкий. И именно на Новогрудской земле у Владимира Высоцкого родилась песня, которую мы все знаем. «Здесь лапы у елей дрожат на весу». Владимир Высоцкий посещал сам Новогрудок, наше озеро Свитязь легендарное. Да, на территории нашего озера есть интересный экологический парк, куда тоже очень много приезжает туристов и отдыхающих. Ну и 23, 24, 25 августа наш город
отметить 980-летие. Особенность данного праздника, ну, то есть праздник мы отмечаем 3 дня. Начинается с научно-практической конференции, и 23 августа в состав нашего праздника входит один из фестивалей «Хлеб, сыр, квас» и «Хорошее настроение», где тоже собираются все предприятия перерабатывающей промышленности, и хлеб, и наша переработка молочные дары. И кроме этого, есть у нас еще ряд перерабатывающих предприятий, например, Клёцкие, которые известны на территории нашей республики. Кто отвечает в этой компашке за хорошее настроение? За хорошее хлеб, настроение. Хлеб, сыр, квас, понятно. Мы это, в принципе, за хорошее настроение понимаем. Отвечают, конечно же, работники культуры и множество гостей, которых мы приглашаем. Привезли. Да, которых мы приглашаем с собой. А как будете создавать? Кроме... Еще раз. Как будем создавать хорошее настроение? Это программа. Вот, ну. Начинается наше мероприятие в 3 часа. К нам на данное мероприятие приезжают гости из города Бреста. Кроме того, вечером наше мероприятие закончится интересным open-air, молодежным, где у нас будет выступать Настя Кравченко и многие известные белорусские артисты. 24-го мероприятие начнется с фестиваля «Попробуй качество на вкус», и 23-го, предшествуя данному фестивалю, проходит у нас республиканский конкурс сыроваров. Вот. И также 24-го будет организованы интересные локации, где можно будет попробовать сыр, творог, где каждый сможет для себя найти, скажем так, интересное занятие. Будет ли у вас тендер, просто чтобы я... Нет, тендера точно не будет. Будет, да, у нас будут другие понятно. Вкусности. Еще у нас на территории костела, нашему костелу исполнится 400 лет, на территории костела у нас будет проходить такой вечер классической музыки с реконструкцией такой исторического бала, где каждый сможет познакомиться с разными бальными танцами и, конечно же, разучить наш танец «Мазур» по-новогрузски. Это какой-то особенный танец, да? Да, это особенный танец, который характерен для новогрудчины, и каждый желающий, кто хотел бы научиться его танцевать, приглашаю приехать к нам в Новогрудок на данное мероприятие. Симфонический оркестр Белгостелерадиокомпании будет сопровождать наш вечер классической музыки 23-го на территории, вот, во дворике нашего костела. Кроме этого, 23 августа еще одна локация – это фестиваль исторической реконструкции под общим названием «Меч короля». Он тоже у нас проходит в чаше замка. Замок на протяжении ряда лет ведется реконструкция нашего Новогрудского замка. И, конечно же, ряд интересных мероприятий у стен замка проходит ежегодно. Ну и в юбилейный год особые мероприятия с особым представлением. Его тоже можно будет увидеть, приехав к нам в Новогрудок. Слушайте, надо ехать уже. Мы уже выезжаем. В течение дня 24-го, скажем так, нон-стопом будут выступать у нас все белорусские артисты. Много белорусских артистов и звезд, которые приедут к нам в Новогрудок. Это и Виктория Олешко, и молодежная группа Skynet, и арт-группа «Белорусы». И очень интересное открытие под таким общим названием «Легенды оживают в Новогрудке», которое тоже можно посмотреть, ну и получить определенное истинное удовольствие. Ну и если в Лиде хедлайнер Ольга Бузова, то у нас Серега. И Серега в сопровождении оркестра... Черного в сопровождении оркестра Вооруженных сил Республики Беларусь. Да, ну, то есть, да, вот в такой ипостаси Серегу еще не видели. Мне кажется, да. Если вот так вот заморочиться, целью задаться, можно вообще в этот август увидеть всех крупных звезд эстрады российской и белорусской. В принципе, путешествие просто по различным областным центрам. Кроме этого, до 4 утра, вот в ночь с 24 на 25 пройдет фестиваль электронной музыки у нас тоже в сердце города, Новогрудка.
24-го мы еще будем представлять ряд интересных изданий. К юбилею города мы подготовили ряд таких презентационных открыток и презентационный фотоальбом «Новогрудский край», в котором будут собраны все интересные места нашей Новогрудщины, ну и, конечно же, объекты историко-культурного наследия, которые интересны для многих туристов, потому что Новогрудок – город туристический, и большое количество туристов каждые выходные посещает наш город. 25 числа закончится наше мероприятие, ну, скажем так, третий день юбилейного года, закончится литературным салоном, который пройдет у нас в музее Адама Мицкевича. В прошлом году мы тоже отметили юбилей одного из старейших литературных музеев нашей страны, с участием Союза писателей Беларуси. Кроме этого, до мероприятия мы объявили конкурс. Конкурс эссе и стихов о родном крае. И вторая часть этого конкурса – это прочтение данных стихов. И вот в канун мероприятия мы подведем итоги и наградим победителей данного конкурса. И, конечно же, без спортивных мероприятий не обойдется. Ну, куда же без них? Да. Ну, естественно. И уже на сегодняшний день, тоже 25-го, с 11 до 12 у нас такой пройдет легкоатлетический забег, в котором уже подало 300 человек заявок для того, чтобы принять участие в данном забеге. Но еще чуть-чуть не поздно. Еще можно успеть. Можно успеть после празднования, вот два дня насыщенных празднований, можно еще попробовать свои силы вот в таком легкоатлетическом забеге. Хорошо. Ну, замок, я, насколько я помню, у вас тоже есть. Стены замка есть. Ну, конечно, будут ли рыцари в этом случае? Да, вот я и говорила о том, что 23-го с 18.00 одна из локаций – это чаша замка Новогрудского, где пройдет рыцарский фестиваль, фестиваль исторической реконструкции под общим названием «Меч короля». Поэтому тоже будет интересно. Вот «Меч короля» прозвучало? Да, что да, именно? Что это рыцарская, давайте уточним. Да, это будет реконструкция какая-то битвы? Церемония. Либо это может быть какой-то. Значит, да, либо на протяжении с 18.00 до самого вечера, ну, посетители могут познакомиться с бытом рыцарским. Кроме этого, будут представлены рыцарские бои, конный турнир, а также много интересных активаций. Музыканты, которые сопровождали всегда рыцари. Ну и, конечно же, за сердцем дамы тоже будет специальный бой, организован в чаше замка. Может, какие-то мастер-классы еще будут? Да, будут мастер-классы. Но все это нужно приехать в Новогрудок. Лучше один раз увидеть. Чем, да, чем длительное время рассказывать о... А я вот хотела уточнить насчет музыкантов. Это будут музыканты, которые играют именно средневековую какую-то музыку? Да, это будут музыканты, которые играют средневековую музыку. Уже, может быть, вы знаете, кто к вам приедет, какие музыканты, какие рыцари, много ли их будет? Значит, чаша замка вмещает до 2000 человек, и организовывая данную локацию, мы рассчитывали на то, что вот быт, лагерь и все активации должны пройти именно в чаше замка. 30 рыцарей, которые примут участие вот в программе, будут представлены у нас на Новогрудском замке. Но кто это, лучше приехать и увидеть. Я понял. Ну да, а то... А где будут зрители находиться? Зрители будут тоже находиться в чаше замка для того, чтобы увидеть данный фестиваль. То есть, ну, до 2000 человек. Да. Если будет локация, где бои, то она будет огорожена, потому что мы думаем о безопасности наших посетителей. То есть, возможно, кто-то захочет проверить свои силы тоже, да? Но это маловероятно. Из наших опытов, неподготовленных к физическим каким-то упражнениям, лучше не допускать. В рыцарском искусстве мы не допускаем, потому что есть техника безопасности, есть правила, да, для посетителей безопасные, поэтому будут ограждения, будут места для зрителей по периметру замка, которые смогут
смотреть, как это все происходит, да? Максимум девушек, за сердце которого будет драться. Это максимум, да, что мы можем позволить себе для неподготовленного рыцаря, скажем так. Ну, если будет такая, скажем, инициатива со стороны поселения, что поделитесь вот за эту девушку, то это может еще быть рассмотрено. Это как провокация. Поделитесь. Да, это, наверное, дама там уже определена, рыцарская, да, какая-то вот. Ну, я к тому, что это все постановка. В принципе, вот эта инициатива еще может быть, наверное, рассмотрена. А уже дать копье... Но это не обязательно. Неподготовленным мы не дадим, да? Ну вот в Гродненской области проходит еще один крупный фестиваль, который одна из частей которого это вот именно рыцарский турнир, это легендарные эпохи, как часть большого ганнинского кермаша. Давайте немножко про вот этот, про ганнинский кермаш. Ну, в этом году они разведены, то есть легендарные эпохи уже прошли в Зельве, они стали отдельным мероприятием, там такая тоже хорошая локация большая. По-моему, это уже в третий год, как легендарные эпохи идут отдельно. Вот. А ганнинский кермаш, он будет вот в эти выходные, поэтому тут нужно вот как-то выбирать или смотреть программу, переезжать. Ты можешь сначала там, потом туда, потом туда. Да, это тоже может быть. Можно посетить, например, дневную программу в одном районе, переехать. Расстояние у нас в области не такие доступные. Большое, да. Вот. Но, безусловно, ганнинский кермаш имеет тоже свои традиции. Когда-то кермаш в Зельве, он длился вообще целый месяц. И если мы вспомним историю этого, был кермаш по продаже лошадей. Туда даже приезжали театры, и театральная труппа делала представление для магнатов, которые там приезжали на ганнинский кермаш. Вот. Какие-то традиции, безусловно, учтены. Поэтому любой ганнинский кермаш, он происходит в... Ну, скажем так, с участием каких-то конных участников, которые представление свое показывают. Все детали, ну и честно скажу, я даже не знаю, нюансы, да, но программа разнообразная. Она включает и в том числе чествование наших хлеборобов, потому что это стало уже современной традицией такой. Потому что люди, которые живут на Зельвинской земле, это в основном тоже люди, которые трудятся на земле, которые август, конец августа, это подведение итогов в районах, тоже какие-то своеобразные даженки. Да не даже, но там чествование победителей. Это мастер-классы, это огромная ярмарочная ремесленная такая площадка, где можно увидеть и купить, и принять участие, научиться, как плести соломку, как обрабатывать глину, и тут же приобрести эти изделия. Традиционно в Зельве делают подворья, сельские советы приезжают и делают свои подворья. Это тоже очень хорошо, когда жители района или города вместе объединяются, не просто приходят праздными гостями, да, а когда они и готовят праздник, и участвуют в этом празднике. Это концертные программы. Главная сцена работает до глубокой ночи. Мы в чем-то похожи, каждый районный центр. Это, безусловно, концерт. Это вечерняя дискотека для молодежи. Вот я говорила, что есть разные интересы. Это детская площадка. Родители приходят с детьми. Нужно, чтобы дети где-то попрыгали, побегали и оставили свою энергию. Чтобы они смогли купить тоже какую-то вату или попкорн или еще что-то. Поэтому фудкорты, торговля – это то, что объединяет все праздники. То есть на всех праздниках будет что посмотреть, будет что поесть, и будет где... И будет место, где присесть, даже если люди устали, потому что вот эта зона, мы говорим, такая посадочная зона, где можно не только купить что-то, что покушать, это традиционно, безусловно, и шашлык, какие-то другие традиционно, что делается на празднике, еда. И чтобы можно было, устав, прийти, присесть. Вот в Лиде очень хороший пример с поддонами, да? Когда огромная площадка возле замка, возле даже ночной площади, размещаются поддоны, на которые люди приходят и просто рассаживаются, и тут же смотрят то, что происходит на сцене. Где-то это, безусловно, столики, стулья, сверху зонтики, потому что это зависит от количества человек. Понятно, что вот в чаше, там, я думаю, что достаточно рыцарские условия будут, потому что все... Посадочных мест точно не будет, потому что все располагает к этому, абсолютно. Конечно. И 24-го с этой локацией можно будет познакомиться поподробнее. Там уже вот просто будет активная локация, где можно будет примерить рыцарское убранство. Можно тоже попробовать и приготовить какую-то рыцарскую еду, заварить себе специальный рыцарский чай. Вот, но посмотреть, в каких условиях и каким образом располагаются рыцари. Ну и, конечно же, попробовать выковать для себя монету. То есть это не только бои, это еще и быт. Да, это еще
еще и быт того времени. Ну, тут все как в жизни. Сначала бои, а потом быт. Тут надо в этом, да, в этой последовательности. По специальному рецепту. Да, естественно. Я думал, что, может, кому-то дадут поиграть на гуслях вот этих средневековых, возможно. Это можно. Это можно будет тоже сделать. Все организуют. Ну, вот одежда, вот одеться, как был одет рыцарь, прям почувствовать на себе всю тяжесть вот этих доспехов, это, наверное, очень интересный опыт. Да, это интересно, и это пользуется такой огромной популярностью. То есть мы называем это фотозонами какими-то, да? То есть когда можно одеть кольчугу, одеть шлем, взять в руки копье для того, чтобы сфотографироваться. А еще будут такие потешные бои, мягкие мечи, где вот, например, детки, которые придут на данную локацию, смогут тоже... Вообразить себя, быть маленькими рыцарями. С детства уже рыцарь. Все по технике безопасности. Да, ну, естественно, мягкие мечи, все как удобно. Ну и давайте тогда поговорим, мы уже во всех у нас локациях звучало, что какая-то дегустация, праздник хлеборобов. Рыцари. Да, рыцари. Но вот если вернуться к хлеборобам, давайте поговорим про, наверное, самый важный для хлебороба праздник, который проходит в году, это дожинки. В этом году в Гродненской области. Что у нас где в Гродненской области будет? 28 сентября город Мосты превратится в такую фестивальную мекку. Почему? Потому что будет очень интересно. Этот год для нас не простой. Это год 80-летия освобождения Беларуси и от немецко-фашистских захватчиков, и год 80-летия создания Гродненской области. Поэтому тема традиционных подворьев района в этом году выбрана. Это 80 лет созидание, вот скажем так, на Ниве взращивания хлеба в Гродненской области. Каждый район определил для себя 5 лет из этих 80, начиная от 44-го и до сегодняшнего дня. И вот они будут выставлены в таком хронологическом порядке, не алфавитном, как обычно, а хронологическом. И на подворье района мы будем, когда заходить, мы сможем окунуться вот в эту пятилетку историческую, что же было в эти 5 лет в нашей области такого интересного. И, безусловно, это главная сцена, это чествование победителей. Это большая площадка, тоже посвященная 80-летию освобождения Беларуси возле памятника, где будет также военный хлеб, где будет военная кухня, где будет представлена история. Это выставка дожиночной снопы и караваи, безусловно, традиционно. Это площадки, тоже локаций очень много. Это наши торговые ряды, как продовольственные, где можно покушать, так и что-то купить. Переработка будет представлена в Гродненской области. Это спортивные соревнования, это молодежная площадка, традиционно БРСМ. Детская площадка с какими-то активностями, играми, аниматорами и так далее. Это площадка в парке возле реки Неман, там тоже такая замечательная, где будет молодежная дискотечная отдельная площадка, где будут выступать оркестры, где будут представлены наши дети детской школы искусства своими произведениями. Это выставка сельскохозяйственной техники, то есть традиционные моменты, которые полюбились нашим посетителям на дожинках, мы повторяем. Ну, а новинка у нас вот в таких нововведениях тематическая. Да. По вашим оценкам, сколько у нас в этом году будет человек на этом празднике? Сколько мы готовы принять? Сколько вы ожидаете? Да. Сколько действительно Мосты может вместить? Какое-то задание вы мне дали. Да, ну я понимаю. Сижу и думаю, сколько же у нас было на предыдущих дожинках? Вот, и я просто даже не вспомню сейчас эту цифру, потому что мы ее не спрашивали. Просто когда ты идешь и видишь сплошное море людей, и ты очень долго где-то стоишь, нет, недолго стоишь, но много пунктов пропуска, потому что зона безопасности, понятно. Но ты смотришь, что и там 5 человек, и там 5 человек, и там, и они быстро проходят, потому что все организовано. Но везде люди, которые проходят. А зона огромной безопасности, чтобы людям было удобно заходить. То есть они заходят и уже там с одной локации в другую ходят. Вот. Не скажу и не буду врать. Ну, а я так понимаю, что уже который год подряд у нас дожинки. Вот вы говорите, что давно полюбившиеся какие-то локации, может быть, активности. Да? То есть я так понимаю, что это из года в год вы определяете, а вот это интересно, а вот это не очень. И вот таким образом вот приходите к какому-то списку того, что может быть. Но, безусловно, мы ставим такую
задачу. Вот мы организовываем праздник, он получился. Мы думаем, хорошо, что бы еще добавить, чтобы он получился еще лучше? Что убрать из того, что не пользовалось популярностью? Ну, редко мы говорим о том, что не пользовалось популярностью, потому что в основном как бы, ну, взвешенно подходим при организации. Ну, например, битву лесорубов взяли, она пошла. Но нужно, конечно, безусловно, место. По безопасности, опять же, локация где-то в природной среде, потому что, ну, битва лесорубов на асфальте – это неинтересно, это не и неправильно. Да. Вот. И она тоже будет и в мостах. То есть она традиционно в одном попробовали, ага, хорошо, пошло, и оно дальше находит своего посетителя. Выставка техники, сельскохозяйственная, казалось бы, выставка техники должна быть интересна профессионалам. Профессионалам она интересна, но она настолько интересна детям, взрослым, они фотографируются, выбирают как фотозоны. Выставка военной техники тоже. Это с огромным удовольствием пользуется популярностью, и все с удовольствием тоже смотрят. То есть, когда ты идешь по городу вот, во время праздника и понимаешь, люди тут, люди там, люди, значит, все хорошо. Потом ты проходишь через 2 часа опять по локациям, понимаешь, везде люди. Когда там, например, вот Свисточи в прошлом году и в этом году также все было. Когда, вот, например, 12:30 я иду по центральной части этой Свисточи и понимаю, что люди везде. Я понимаю, что мы все сделали правильно. Супер. Ну, я думаю, что мы все сделали правильно. Это такой, знаешь, девиз сегодняшнего мероприятия, ну, вернее, сегодняшнего эфира. Огромное количество у нас примеров, когда все сделано правильно. Еще много мероприятий, которые будут сделаны правильно. Я в этом даже не сомневаюсь. Ну, а пока спасибо большое, дорогие гости, что вы сегодня уделили свое время, посетили нас. Нам было очень приятно с вами пообщаться, узнали много нового. Ну, а напоминаем, что сегодня мы говорили про мероприятия, которые прошли, и, что самое главное, которые пройдут на Гродненщине. Уточним, брендовые мероприятия. Абсолютно верно. С вами были Наталья Залесская, Борис Балахонов, и оставайтесь на телеканале «Беларусь 4 Гродно». Всего вам доброго и до свидания. Пока-пока.